Ну что, всем здравствуйте. Вы знаете, был такой в свое время иллюзионист Гарри Гудини. Так вот, я недавно, совершенно недавно, раскопал, не буду говорить где, секретную книжку этого самого Гарри Гудини. Он там описывает все свои секреты и фокусы. Один из этих трюков я бы хотел сегодня, так сказать, устроить премьеру. Мне понадобится два человека из зрительного зала. Ну вот, допустим, вот вы. Аплодисменты. Пожалуйста, выходите. И ну вот вы. Давайте. Там молодой человек. Именно вы. Как вас зовут? Олег, очень приятно, пожалуйста, с этой стороны. Возьмите веревочку, поиграйте пока. Вы, вас как зовут? Владимир. Владимир? Владимир. И Олег. Очень хорошо. Вы поделитесь, пожалуйста, с Владимиром веревочкой. Что сейчас будет происходить? Дело в том, что Гарри Гудини был известен тем, что его всячески связывали. А что вы стоите? Тяните, тяните. Всячески связывали, сковывали, а он каким-то непостижимым образом освобождался. Если вы так будете тянуть, я вас посажу на место. Давайте. Да, во, вот так вот. Так, да, только не заигрываемся. Спасибо большое, Владимир. Я понял, вы сильнее. Очень хорошо. Итак, сейчас будем проверять вашу силу. Владимир, вы с этой стороны. Олег, вы с другой стороны. Вы уже приготовились, я смотрю. Вы готовы, да? Только не резко. Начинаем тянуть за веревочку. Пожалуйста. Спасибо большое. Отлично. В силе я вашей убедился. Посмотрим, что будет дальше. Будьте любезны, с этой стороны. И теперь не резко. Не резко начинаем тянуть, пока мне не станет плохо. В книжке написано, фокусник мучается. Ничего страшного. Тянем. С двух сторон. Да, да, Владимир, не отставайте. Олег, сейчас. Да, ой, хорошо. Хорошо, хорошо, тянем. Двумя руками можно тянуть. Ой, хорошо. О, замечательно. Теперь быстренько вяжем узел сверху. Быстренько вяжем узел. Вот, вот так вот прямо руки. Руки, руки мои вяжем, конечно. А как же, не ноги же. Давай, давай, так, давай, отлично. Я сразу понял, что Владимир у нас специально подготовленный товарищ. Так, ага. Второй узелочек. Конечно, узелочек, не бантик же. С двух сторон. Затягиваем, затягиваем. Посильнее. Ой, хорошо. Ой, замечательно. Может быть, еще один, третий. Вы знаете, когда Гарри Гудини писал эту книжку, он, наверное, не учел нашу специфику наших ребят. Так, ой, замечательно. Ой, спасибо большое. Хватит? Давай, я вас... Еще. Вот. Кровопийца, а? Ну ладно, давай. Давай еще одну. Потяни. Потяни. Сильно. Олег, как его ассистент уже. Владимир. Владимир, я вам хочу сказать, что я ваше имя запомню на всю жизнь. Спасибо. Можно отпустить. Можно отпустить, Олег, отпустите. Ой, ну завязали так, что Гарри Гудини бы не выбрался точно. Вам не могу доверить, пожалуйста, Олег. Возьмите, пожалуйста, мой пиджак. Мой пиджак. Итак, я же не буду показывать, как я это делаю. Это все-таки секрет. Вы будете прикрывать пиджаком вы и вы. Вы с одной стороны держите, вы с другой. Да, только не прикрывайте. Да, прям накрывайте. Прям, да, только стойте так, чтобы меня видно было, да? Не-не-не, ну стойте, стойте. И чуть ниже опустите. Чуть ниже. Держите, держите пиджак. Итак, постараюсь освободиться за короткое количество времени. Невозможно, конечно, это будет сделать. А что вы смеетесь, я не понял. Ладно, уберите, пожалуйста, пиджак уберите, покажите. Я не понял, в чем. Всем покажите, что же вы себе показываете. Нужно телевидение. Все связано? Да. А в чем смех? Непонятно. Хорошо, вы готовы? Вы готовы, да? Владимир? Да. Готовы? Прикрывайте. Что же вы? Прикрываем прямо сюда. Вот прямо сюда закрываем. Сверху, да. Да, господа, я еще раз говорю, не прикрывайте меня от камеры. Там камера снимает. Ну что вы, я не знаю. Я специально причесывался, стригся, а вы меня прикрываете. Постараюсь освободиться за 10 секунд. Практически невозможно. Вы готовы? Конечно. В последний раз показываем эту повязку. Уберите. Всем покажите, что действительно все связано. Все хорошо связано? Может быть, третий узелочек? Да нет, нормально. Вы знаете, дергать не надо, мне больно. Спасибо. Готовы? На счет три прикрываем. Раз, два, три, поехали. Спасибо вам огромное. Спасибо вам большое, Владимир. Вам, Олег, огромное спасибо. Господа, я всех поздравляю с Новым годом. И желаю, чтобы в Новом году вас связывала между собой не такая вот хиленькая веревочка, а настоящая любовь и дружба. С Новым годом! Спасибо! Когда волосы ослаблены или повреждены, им не